Всем огромный привет! Новогодняя тема продолжается в моих видео. Сегодня обзор в магазине Simaland очередной порции новогодних приятностей. Это у нас такие сумки новогодние. Тут 168 рублей стоит. Дед Мороз здесь, что-то вроде снеговика. Ну, они как-то съехали. 210 такой вариант, 188. Это в виде колпака, что ли, карнавальный набор целый. Внизу также все вот эти вот новогодние штучки, которые можно положить в подарки. Подвесить под елочку. Или как на нерусский манер, да, там где камин есть. Почему бы и нет? Здесь оба такие. Карнавальный набор, два предмета, 118 рублей, 168. И пошли всякие рожки, ушки, елочки, Дед Мороза, снеговики. Ох, если бы вы знали, как здесь сегодня вкусно пахнет. Как будто здесь готовят новогодний ужин. Причем такой капитальный с мяском. Карнавальный бодок ежик. Какой ежик? Елочки со звездой, все уже. Запах затмился. Карнавальный ободок бомбоны. Веселенько. 59 рублей стоит с шариками. 64, 72. Цены все видны. А вот, кстати, сами ободки. Это как с фетром, да, таким каким-то. Тоже, кстати, черняховского производства. Ну, в смысле, делают в Китае специально для Сима. Сима. Такой. 102. Идемте на другое. Карнавальная шляпа лось. Лось с ножками. Хотите просто рога, хотите с ножками. Очки 105. Кстати, да, это все очки. Стенд с очками. И я смотрю, что у него 105-120 цены в среднем идет. Просто выбирайте, какую вам надо на вкус. Внизу просто картонка с пластмассой, 128 или 28? 28, наверное, 28. Крутой дед. Вот, вот эти 28 получаются. Такие очки. Крутой дед. Следующие маски Деда Мороза. 27 рублей вообще стоят, 23. Карнавальные очки. Карнавальная шляпа снеговика. Олененок. Вот они. Это вообще полноценная шапка. Можно всю зиму ходить снеговиком. И размер указан. Да. Так, ладно, это, конечно, все интересно. Пойдем. Вот туда пойдемте, к игрушкам. Пока идем к игрушкам, посмотрим на карнавальные серьги. Вот такого я еще не видела. Карнавальные серьги Дед Мороз, 42 рубля. С колокольчиком. Или снегурочек. Новогодние серьги с подсветкой. Ё-моё, ну это вот для веселого карнавала. Снежинки, звездочки. Даже в виде подарков. Как видите, тут фантазии вообще... Прет аж через край. Браслеты новогодние. Серьги. Карнавальный значок. Вот тоже все значки. Значки 17 рублей. 14, 20 рублей. Можно выбрать. Карнавальный зажим. Снеговик за бантом. Галстук новогодний. 82 рубля стоит. Новогодние браслеты. Это те, которые плотные браслеты, они плотно руку обхватывают. Олень. Новогодний браслет это тоже 21 рубль стоит. Вообще можно себя украсить во все новогоднее, с ног до головы. Елочка. Елки мы смотрели. Ну вот, как это, с литыми иголками, да, они называются. Но как-то она не очень. Это вообще что с папоротником связано? Ветки-то литые, а елка точно ли от ты?
или гибрид, или елка под ГМО. Новогодний шар, декорированный, увесистый. Здесь бабочка, ну и вот что-то тут замудренное. Цены тоже есть. Золотой глянец, игрушки разноцветные. Но как бы если вблизи видно, да, все вот эти стыки. То есть абсолютно простейший вариант без заморочек. 278. Барелок. Да, интересно снимать мне. Это кошелечки. На заветную мечту. Детки копят. Можно такие кошелечки, чтобы они туда копили. Это, кстати, тоже все кошельки. А расценки, вот, они есть. Пойдем с этой стороны. О, сколько он такой стоит. А, вот на этой же штуковине. 125 и 150 рюкзачок. Исполнение желаний, но кроме новогоднего подарка, мне кажется, мало чего выдержит. Этот понадежнее, кажется. И цена у него 230, и так 322. И он такой более приятно мягкий. Еще мягкие мешочки. Сумочки. 210-252 в виде собачек. То, что год собаки наступает. Такой рюкзак у нас. 395. Тоже Собакевич. Есть такое. Такие собачки оторвали. Оторвали собаки ценник. Тоже 230, это так дороже. Подушки антистресс. Исполнение желаний. Цены есть. Есть. На шею подголовник. Самурчательного кота. Конечно, только в год собаке дарить что-нибудь с кошатинкой. Эдак, чтобы раздразнить. Этот год на приключение, на пятую точку. Мягкая игрушка. Это тоже коты. Так, подвеска. В коляску или на кроватку. 186. Игрушка-погремушка. Гремит. Игрушка интерактивная. А чем она интерактивная? Что она просто мягкая? Че я тут ничего не вижу? Идем дальше. Царство мягких маленьких игрушек. Цены такие. Так, 300 рублей. Тоже. Пожалуйста. Ой, их как много. И так. Есть контакт. С другой стороны, тоже мягкие игрушки. И их очень много. А вообще ваши детки любят мягкие игрушки? У нас как-то посредственно нет такого, чтобы вот даже девочки. Ну, видите, у нас Аленка после Максимки. С Максимкой за компанию у нас только машинки, конечно. Но как-то все равно нет. И у Максимки не было, что вот с мягкой игрушкой там обниматься, спать. Они как бы есть, поиграть недолго. И все, они и так где-то заброшены. У нас и большие есть. И даже когда маленькие были совсем вот.
как Марина сейчас, как-то не было такого жуткого интереса. Собачки. Цены. Цены. Вообще подушка. Ой, передохнуть. Смотрите, какие здесь красивые уже конечки. Красиво светится. Пойдемте немножко посмотрим, сколько стоят новогодние шары. И на этом будем заканчивать на сегодня, именно на это видео. Да, чем больше цена, тем видно, что они по качеству не сделаны. По крайней мере, не видно таких топорных стыков. 276, 286. Вот, 158. Ой, смотрите, большой набор, 416. А, ну не такой уж большой, мне казалось, что он вообще целиком. Нет, тут один на другом стоит. Цены видно? 212, 225. Merry Christmas, 317. Такой набор 564 рубля. Нет, здесь все-таки видно стыки. Меня видно. Интересно, наверное, вот красиво. 235, 182. Сколько? За 6 штук. Внизу также такие приятные оттенки розового. 165 за 6 штук. Да, пожалуй, розовый как-то скрадывает. Кажется, что они такие уж и китайские, как так сказать, пластмассовые сильно. О, это что, акция? Оптовая цена. Красная тема. 96, 59. Ну и так по ценам. Если захочется именно вот все шарики рассмотреть, пишите в комментарии. Буду останавливаться подольше, если есть смысл. Хотя, может быть, вы смотрите, а потом будете заказывать как закупки, кто вот участвует в закупках из магазина Simoland. Все покажу. Избушка. Набор 4 штуки, 132 рубля. Ну все, на этой красивой новогодней ноте давайте прощаться. До новых встреч и пока-пока.